Всем привет, друзья, Камушки Фэмили. Нахожусь на премьере клипа Егор Крид и Оджи Буда. Здравствуйте, я послушал трек, у меня на канале есть. Я не знал, что выйдет клип, а потом залез на его канал и узнал, что у него выйдет клип. Поэтому давайте, тут осталась минутка, да, подождать. Тут чат, конечно, разрывается, вы сами, наверное, да, видите, как чат разрывается, да? С днем рождения. А, кстати, у него день рождения сегодня, ему вроде бы 27 лет, да, исполнилось. Ну так вот. А Буди меньше, Буди 20. Не знаю, сколько, 22, может? Или 24, что-то такое, да? Вижу, одни девочки. Ну, скорее всего, это девочки, да? И меня все еще, типа, забавит то, что люди ему пишут здесь вопросы. Как относишься к ЛГБТ? Он вам не ответит, ребят, типа, вы тут спамите, да? Сколько там людей ждут? 4000 ждут премьеры. Как так? 5 миллионов подписчиков и только 4000 ждут премьеры. Да уж. Лайк сразу жмут, там, да, чат вообще бешеный. Такую дичь пишут вообще, это дети, реально, вот. Я не думаю, что это взрослые люди, это дети, там, девочки, да. Ну, в принципе, я ничего против этого не имею, просто как сведения, да, говорю. Ну что там, до премьеры осталось совсем немного. По идее, осталось немного, да? Сразу с вами хотел посмотреть, чтобы не оттягивать. Вот там Егор Крид уже в чате машет, показывает пальчики. С днем рождения, да. Ну, песня, кстати, мне понравилась на канале, можете глянуть реакцию. Поэтому ждем, ребят. Ну, пока что вам рассказать? Я из Брянска, у нас сейчас жара, короче. А вот начинается, да? Да ладно, еще. Давайте подождем, да, уже не сложно. Самая лучшая музыка. Вот это можно было поставить на фит тоже к ним. Ура, респект, ура! Погнали, реклама. С днем рождения. Конечно, долгое начало, да? Мне кажется, сейчас будет такая пушка, это пипец. Мне кажется, почему так? Я думал, типа, видео начну записывать и сразу клип, да, будет. А я только что поел, короче, и нормально. У меня хорошее себе настроение. Давайте быстрее уже, ну. Егор, сделай трек, у меня мани. Что там человек написал? Егор, сделай трек, у меня мани, он не в кармане. И тут был чай. Такую дичь пишут просто, такой бред. Так какой 5 сек? Кто там пишет 5 сек? 5 сек. Сука. Просто в шоке от людей, да? Такую дичь они пишут. Просто в шоке. Опа, 9, 8, 7, 6, 5! 4, 3, 2, 1, let's go, погнали, ребята, смотрите. Опа, продакшн. Я так люблю тебя, малышка, хоть мы и разные. Очень разные. Забыл цвет своих глаз, они всегда красные. Пришел забрать эти бабки, они такие здрасте. Не чувствую боли на моих ногах, сейчас как в сны. Я так люблю тебя, малышка, хоть мы и разные. Очень разные. Я забрал тебя поздно, он тоже хотел тебя, но уже поздно. Среди стук одиноко, сравнение с тобой, все они массовка. Это так.
дураком в сапогах, он даже не в кроссовках. Вот я только за деньги бесплатно не появляюсь на тусовках. Я со мной рядом как монитор, но сейчас низко как баритон. Тебя так много, что перебор. Сукин язык — это коридор. Делай мне сладко как Харибо. Да, я звезда, но я начинаю. Не ношу палево, но ношу палево. Вода, утоли меня, огонь, разожги меня. Сироп, утоли меня, прощай, удали меня. Украл твое сердце обор, сука, ребят, как мотор. Холодно мне, как укор, с тобой мне не нужен никто. О, забыл цвет своих глаз, они всегда красные. Решил забрать эти бабки, они такие, здрасте. Не чувствую боль на моих ногах сейчас, как псы. Я так люблю тебя, малышка, хоть мы и разные. Пришел забрать эти бабки, они такие, здрасте. Не чувствую боль на моих ногах сейчас, как все. Я так любил тебя, малышка, хоть мы разные, очень разные. Егор, с днем рождения! С днем рождения, Егор! Спасибо тебе! Спасибо тебе, Егор, за песню. Такую душевную, легкую, мелодичную. Клевый фит, очень крутой. Ребята, на моем канале есть реакция на эту песню. Там я свое мнение все высказал. Ну, а Егор, еще раз, с днем рождения. Клип «Бомба» снят очень эффектно, очень классно. И мне кажется, он всем зайдет этот трек. Это... Давайте, я хочу, чтобы он стал хитом этого лета. Вот прям, чтобы везде играл этот трек, да. Все, в общем, все, мне все понравилось. Егор, с днем рождения, удачи тебе во всем. Вот Джибуда, Гриша, молодец, тебе тоже удачи. И вам, ребят, всем удачного лета, всем удачного настроения. Хорошего дня. С вами канал Мушки Фэмили. Подпишитесь, ребят, подпишитесь и поставьте лайк. Я всех люблю, всем пока, ребят.